Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции. Ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально, что вы меня видите и слышите. Как только будет понятно, что со связью все хорошо, у нас с вами есть обратная связь, мы начнем наш обзор. Если какие-то проблемы, напишите, пожалуйста, что нет звука или нет изображения. Если же все хорошо, ставьте плюсик. Итак, вижу, что все нормально. Начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики. Мы с вами не виделись с прошлой недели. Давайте быстренько пробежимся по тем событиям, которые уже выходили, значимые из них. В понедельник было заседание Комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии. Это оказало определенную поддержку японской иене в том смысле, что она немножечко подешевела все-таки. За этот период в целом, позже, правда, мы с вами разберем, было заявление главы Банка Японии относительно того, что не будет интервенции, но об этом все по порядочку. Значит, в понедельник тоже вышли производственные заказы по Германии, данные оказались хорошие. Вообще, текущая неделя прошла под знаком торговых балансов. Так, у нас розничная торговля была. Ну, во-первых, торговый баланс был очень неплохой в Китае, посмотрите. Очень профицитный, до этого было 29, теперь 45 миллиардов. Это очень и очень, нужно сказать, в долларах позитивный торговый баланс. Вот, во вторник у нас промпроизводство по Германии, данные немножечко подкачали, платежный баланс хороший, профицитный, и торговый баланс тоже лучше значительно, чем был до этого. Было 20 миллиардов, ждали, что останется без изменения. Вырос профицит, стал 23,6. В общем-то, очень позитивный фактор. Торговый баланс в Великобритании тоже оказался лучше, чем ожидали. Вот баланс торговли ждали, что будет минус 11,3, минус 11,2. То есть данные, конечно, дефицитные, но дефицит чуть лучше прогнозных значений и лучше, чем в предыдущий отчетный период. Ну и то же самое общий торговый баланс. Если до этого был дефицит 4,3 миллиарда, то теперь всего 3,8. И то же самое торговый баланс со странами вне Европейского Союза. Тоже самая позитивная динамика. Так, в среду что у нас с вами было? Давайте посмотрим. Промпроизводство по году по Великобритании показало значение лучше прогнозного. Ждали снижения на 0,4, снизили всего на 2%, но при этом, конечно, ушли в красную зону. Это достаточно негативный фактор. Другой вопрос, что промпроизводство у нас очень узкий сегмент. ВВП Великобритании, вот как-то на прошлой или на позапрошлой неделе, помню, Михаил, значит, говорил, что вот британский фунт снижался на данных по Великобритании, а там как раз по промпроизводству было снижение. Промпроизводство, оно очень-очень незначительное в Великобритании, но не стал этим спорить. Идем дальше. Сегодня было выступление заместителя главы Резервного банка Австралии Идея. Так, по этому поводу у нас особых заявлений нет. Нужно сказать, что в принципе сейчас австралийский доллар находится под определенным давлением. Это на фоне того, что в принципе Резервный банк Австралии тяготеет к тому, чтобы, конечно же, снизить процентные ставки. По Японии было банковское кредитование, увеличилось до 2,2%. Платежный баланс без учета сезонных колебаний оказался профицитным, правда, чуть хуже, чем ждали по прогнозу. Сальдо баланса внешней торговли за март профицитное было 425-927 миллиардов иен. Данные позитивные, конечно же. Выступление заместителя главы Банка Японии на кассу должно было состояться, но и помимо этого было еще и выступление господина Куроды. И вот, в частности, он сегодня сказал у нас с вами, цитирую, Prime. Итак, управляющий банк Японии Харухико Курода сказал, что Япония, вероятно, не будет осуществлять валютные интервенции, направленные на ослабление японской иены, учитывая, что страны Большой Двадцатки недавно договорились воздержаться от конкурентной девальвации своих валют. Ну, вот, получается, японцы свое слово держат.
пока, во всяком случае, интервенции не происходит. Видимо, Министерству финансов проблематично проводить политику, направленную на девальвацию иены, только лишь для оказания поддержки экспорту, сказал Куродо, выступая в парламенте. Он добавил, что в соответствии с действующим законодательством за валютную политику в стране отвечает Министерство финансов, а не Центральный банк. Заявление Куродо прозвучало в ответ на слова одного из членов парламента, предложившего Банку Японии покупать деноминированные в долларах США облигации, чтобы ослабить иену против доллара и изменить закон так, чтобы Центральный банк мог оказывать прямое воздействие на курс национальной валюты. В ответ на вопрос о возможности кредитования банков под отрицательную ставку, Куродо сказал, что решение об осуществлении отдельных мер политики Банка Японии принимается по итогам обсуждения на каждом заседании. В 9.00 по Германии вышел индекс оптовых цен. Годовые данные показали снижение на 2,7%. Не очень, мягко говоря, позитивный фактор, конечно же. В 12.00 было промпроизводство по еврозоне. По месяцу снижение на 0,8% это совпало с предыдущим значением. Это при том, что ожидали, что значение выйдет нейтральным, но вот снижение тоже повторилось второй месяц подряд. Это, конечно же, негативно. По году снижение на рост всего на 0,2%, это при том, что ждали рост на 1,1%. Конечно же, очень сильно с прогнозным значением разошлись данные. Один из ключевых моментов сегодняшнего дня – это решение Банка Англии по процентной ставке. Здесь никаких сюрпризов нас с вами не ожидало. Их, соответственно, не было. То же самое относительно планируемого объема покупок активов Банком Англии за май. То же самое, оставили его без изменений на уровне 375 миллиардов фунтов. Все, в общем-то, ждали, к этому готовились. Голосование тоже произошло без изменений. Также 9 членов проголосовали за то, что поставить ставку без изменений. Не было ни одного голоса ни за снижение, ни за повышение ставок. В 14.45 было выступление главы Банка Англии Марка Карни. Я нашел только буквально там два слова из того, что сегодня говорят в прайме. Больше ничего не нашел. Вот. Ну, а в принципе, Банк Англии предупредил о последствиях выхода Великобритании из ЕС. И вот в прайме по этому поводу как раз говорят, что до референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе осталось ждать чуть больше месяца, и в связи с этим комитет по кредитно-денежной политике Банка Англии предоставил свою оценку последствий, которые повлечет за собой выход из блока. В частности, в Центральном банке предупредили о существенном ухудшении перспектив экономического роста, более высокой безработицы и инфляции, дальнейшем ослаблении британского фунта, который вполне может быть резким, а также обесценивании британских активов. Во время совместного заседания с Комитетом по финансовой политике было также озвучено предположение, что Великобритания может столкнуться с серьезными финансовыми затруднениями, если иностранные инвесторы будут обеспокоены экономическими перспективами страны. В таком случае Центральному банку придется выбирать между стимулированием экономического роста и сдерживанием инфляции. По словам управляющего Марка Карни, Банк Англии должен будет определиться с приемлемыми сроками, в рамках которых инфляция должна будет вернуться к целевому уровню. Вот это, пожалуй, ключевой момент сегодняшнего выступления Марка Карни. Ну и нужно сказать, что Банк Англии понизил текущие прогнозы роста ВВП Великобритании. В прайме пишут, что несмотря на неопределенность и риски, связанные с возможностью выхода Великобритании из ЕС, последние прогнозы Банка Англии мало отличаются от февральских. При этом банк понизил прогноз ВВП в 2016 году до 2% с уровня 2,2%, в 2017 году до 2,3% с уровня 2,4%, а в 2018 году очень небольшое снижение до 2,3% с 2,5%. Банк обусловил понижение прогнозов более медленным, чем ожидалось ранее, ростом производительности труда, а также более слабыми данными по расходам потребителей, отчасти обусловленным перспективой дальнейшего сокращения бюджетных расходов. Руководители Центрального банка ожидают, что целевой уровень инфляции будет достигнут к середине 2018 года. Вместе с тем банк будет проводить политику в соответствии с ожиданиями рынка, согласно которым первое повышение ключевой процентной ставки состоится как раз в 2018 году. И получается, что инфляция
при этом может превысить целевой уровень. Это означает, что в Банке Англии не исключает повышение ставок ранее данного срока, но пока остается неясным, когда же это произойдет. Все зависит от результатов голосования по поводу членства страны в ЕС. И вот у нас тут получается замкнутый круг. Прогнозы понижают, ждут, как пройдет референдум, но мне кажется, здесь немножко искусственно нагнетается атмосфера, очередные пугалки, резком снижении британского фунта, там даже до... Если я не ошибаюсь, могу, конечно, ошибаться, да, по-моему, цифру в 20% называли, но это что-то просто смешное, и я, честно говоря, не очень верю в эти цифры. 15.30 по штатам вышли данные по первичным и повторным заявкам по безработице. Первичные оказались хуже прогноза, ждали, что будет 270 294, получилось у нас первичных обращений, и повторное по заявкам было 2 миллиона 120 тысяч, 2 миллиона 161 тысяча. Вот примерно такой расклад. Так, у нас импорт-экспорт, торговый баланс, похоже, выходил. В 15.30 индекс цен на экспорт 0,5% роста, импорт по году минус 5,7, индекс цен на импорт по месяцу 0,3, индекс экспортных цен по году снижение в 5%. Это по штатам. По Канаде в 15.30 индекс цен на жилье на первичном рынке, годовые данные за март составили рост в 2%, а по месяцу за март у нас цены выросли на 0,2%. Так же, как и в предыдущий отчетный период. Вышли Международные резервы Банка России на 9 мая. В долларовом выражении было 390 миллиардов, теперь 391,9, ну почти 392. Пусть немножко, но запасы выросли. Сегодня ожидается выступление Розенгрена, представителя ФРС, Эстер Джордж. Не обозначено по времени, когда будет выступление представителя Комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейна. Возможно, эти заявления внесут какое-то, пусть небольшое, но увеличение волатильности текущей на рынках. Пока что все развивается достаточно спокойно, никаких сильных потрясений мы с вами не наблюдаем. Завтра у нас с вами пятница, 13-е. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы, напишите сначала коротенькое слово «есть», я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете, потом постараюсь я на ваш вопрос ответить. Если же вопросов нет, ставьте плюсик. Мы пойдем с вами дальше и посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения, тем более, что прошла почти неделя с того момента, когда мы последний раз с вами виделись и смотрели технику. Итак, жду вашей реакции. Вижу плюсики, это означает, что вопросов нет. Ну что ж, это не может не радовать. Идем дальше и смотрим технику. Начинаем, как обычно, с нефтяных котировок. Нефть сегодня идет на рекорд, во всяком случае, нефть марки WTI превысила свой предыдущий максимум, который был у нас в конце прошлого месяца. Там у нас максимум цен достигал 46.75, сегодня 46.90, скорее всего, цены, наверное, достигнут уровня $47 за бочку. Это WTI, если посмотреть на Brent, то Brent уже торгуется 47.95, хай у нас был 48.08, но это не превысило предыдущий максимум. Здесь у нас максимум был $48.25, то есть на четвертачок больше, чем уровень $48 за баррель. Но тоже есть шанс, что сегодня нефть пойдет на рекорд, хотя на текущий момент этого пока не произошло. Обе марки нефти торгуются в восходящем тренде, выше и среднемесячного, и среднедельного значения. Быстрые скользящие средние находятся над медленной. У нас устойчивое пока восходящее движение. Это были нефтяные котировки. Теперь давайте посмотрим на индекс американского доллара.
как мы с вами и предполагали, когда цены очень далеко ушли от своего сбалансированного состояния по индексу американского доллара, мы сошлись с вами на том, что, скорее всего, цены, наверное, вернутся. Ну, это, в общем-то, и произошло, что, конечно же, не может не радовать. Цены вернулись, сейчас находятся на уровне баланса. Скользящая средняя месячная находится на отметке 94.10, а индекс торгуется сейчас по 94 ровно. Теперь давайте смотреть на шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс американского доллара составляет, и начинаем с пары евро-доллар, который стоит первый в триаде обратных котировок. Итак, у нас с вами евро-доллар, недельный график, шипом закрылся вниз, ниже психологической отметки 1.1465, которая очень давно у нас же здесь с вами отрисована. Так, неделя закрылась ниже. На daily таймфрейме мы с вами видим следующую картиночку. Тренд восходящий, тренд нисходящий. Трендовая торговая система не позволяет нам сегодня торговать, поскольку индикаторы находятся в прямом противоречии. Здесь быки, здесь медведи доминируют, значит, они взаимно друг друга поглощают. Если брать диапазонную торговую систему, то здесь тоже прямое противоречие. Цены находятся в верхней трети, но при этом есть сигнал осциллятора в покупку. То же самое, они друг друга нивелируют. Значит, по евро-доллару сегодня 100% день неопределенности, и мы с вами находимся вне рынка. По евро-доллару категорически сегодня не торгуем. Максимум, что мы можем себе позволить, это только наблюдать, но никаких сделок не совершать по евро-доллару. Идем дальше, смотрим следующую валютную пару. Это британский фунт, который стерлингов. Недельный таймфрейм, тоже сильно шипованные недели, но цены не закрылись ниже отметки 76.4, это уровень Фибоначчи. На daily таймфрейме картиночка следующая. Брать, если мы берем с вами формализованную систему, то у нас получается следующий вывод. Тренд восходящий, тренд нисходящий. Трендовые индикаторы друг другу противоречат. Делаем вывод, британец сегодня не торгуется. Это самый-самый здравый взгляд на вещи с точки зрения трендовой консервативной торговой системы. Последнее в ряду нашей с вами триады обратных котировок – это пара австралийский доллар к американскому. Показывает достаточно серьезное снижение после того, как Резервный банк Австралии высказался за то, что некомфортен курс австралийской валюты для экономики страны. Как мы уже говорили, под давлением находится австралийская валюта. И с точки зрения трендовой консервативной торговой системы картиночка следующая. Тренд, нисходящий в фазе импульса, но, к сожалению, здесь он находится в фазе отката. Поскольку если хотя бы один трендовый индикатор у нас находится в неактивной фазе, в фазе пассивной, а в данном случае это фаза отката, мы говорим, что лучше по этой валютной паре не торговать и лучше находиться вне рынка, здоровее будешь. Вот такой вывод мы сделали по всей триаде обратных котировок. Значит, по этой троечке мы сегодня не торгуем, поскольку здесь все совершенно однозначно. Я даже не спрашиваю, что неясно, что непонятно, есть ли у вас какие-то вопросы. Вопросов не должно быть просто по определению. Поэтому мы сразу идем дальше с вами и смотрим триаду прямых котировок. И, как обычно, начинаем с пары доллар, японская иена. Недельный график. Модель разворота. Шипик вниз. Цены чуть-чуть не дотянули до отметки 105 йен за один американский доллар. На daily таймфрейме картинка следующая. Тренд нисходящий, тренд восходящий. Индикаторы впрямую друг другу противоречат, значит, мы делаем вывод. По японской валюте пока что лучше не торговать. Поэтому от сделок воздерживаемся, только наблюдаем. Идем дальше, смотрим швейцарский франк. Швейцарский франк мы практически никогда не смотрим на недельном таймфрейме, тому есть определенные причины. Теперь смотрим. Тренд восходящий, похоже, что в фазе отката, но однозначно, что в фазе отката находится второй трендовый индикатор. А если хотя бы один из них находится не в фазе импульса, мы делаем вывод, что лучше швейцарца сегодня не торговать. Поэтому по швейцарской валюте мы тоже находимся вне рынка. Последняя возможность из всей
обоймы шестерки мажорных валютных пар – это канадский доллар. Смотрим, что у нас здесь. Тренд восходящий в фазе отката тоже самое подтверждает индикатор OSMA. Диверок отрабатывает. Увы и ах, но и по канадцу мы сегодня тоже не торгуем, тоже находимся вне рынка. Может быть, золото даст нам какой-то шанс? Давайте посмотрим. Итак, что у нас по золоту? Это последний финансовый инструмент. Смотрим на daily таймфрейме. Фильтры смотрят вверх. Это означает, что мы отдаем предпочтение сделкам только на покупку. Смотрим внутреннюю структуру. Увы и ах, цены не находятся ни вблизи психологических уровней. И индикатор наш с вами, осциллятор, не находится в зоне перепроданности. Поэтому по золоту сегодня с точки зрения консервативной торговли тоже лучше воздержаться и сделок не открывать. Мы закончили наш с вами обзор. Если у вас есть какие-то вопросы и какие-то пожелания, то жду вашей реакции. Итак, если есть пожелания, пожалуйста, напишите. Жду, когда вы отреагируете. Так, жду хоть каких-то реакций, реакций вообще никаких. Ну вот, пошли плюсики, это значит, что все ясно, все понятно, вопросов нет, пожеланий тоже. Ну что ж, это тоже не может не радовать. Конечно же, если вам все ясно, все понятно, то это очень и очень даже хорошо. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожными. Берегите себя. Еще раз удачи всем жду. Всех завтра в 16:00.